Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Также оставляйте мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Если кому-то понадобится индивидуальная консультация, под данным видео находится номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо же на WhatsApp. Сегодня будет такой расклад. Для всех знаков зодиака позитив 2024 года. Что же будет позитивного для всех знаков зодиака? Работаю сегодня только на старших арканах. Вот так я сегодня решила. Таро светлого провидца. Для всех знаков зодиака. Итак, Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Я потом все покажу. Итак, первый у нас... Боже мой, какая замечательная карта. Императрица. У Овнов самый замечательный должен быть 2024 год. Это преображение. Вот если это касается женщин, кто хочет похудеть, изменить как-то свою внешность, это вот самый лучший год. Внешнее преображение. У вас будет возможность уделить себе больше времени. Это также карта пополнения в семье. Мы видим беременную женщину. У кого было желание забеременеть, родить здорового ребенка, пожалуйста, 2024 год – это ваш год. Это рождение ребенка, рождение внуков, то есть долгожданная ваша мечта. Это также долгожданная беременность. Дальше. Это также карта открытия творческого таланта. У вас будет шанс показать себя во всей своей красе. Вот если у вас есть хобби, оно принесет вам прибыль. Прибыль будет в работе, в бизнесе, на даче, в саду. Для мужчины это встреча с женщиной своей мечты. Для мужчины это также удача будет идти от женщины, от мамы, от жены, от сестры. В общем, для мужчины это также... возможно встретить женщину и жениться в 2024 году. Для женщины это преображение, пополнение. Все, за что бы вы ни брались, у вас все будет получаться. Дальше у нас Телец. Карта Сила. В этом году вам, вот если это брать в позитиве, ну, как обычно, это карта испытания. То, что человек должен пройти, можно так сказать, школу выносливости. Я могу сказать, что здесь вы, Телец, пройдете ее с достоинством. У вас будет возможность показать свою мощь, свою силу. Это также время, когда вы сможете преобразиться, посмотреть на себя с другой стороны, проявить свои яркие качества. В этом году, возможно, вы встретите Тельцы свою любовь. Вы также покажете свои таланты. Все свои... Вот, знаете, если вы были не уверены, в чем-то.
вот в 2024 году у вас прям вот появится уверенность, вы избавитесь от комплексов, от каких-то вот ненужных оков, которые вас сковывали. Вы проявите силу воли, смекалку, смелость. Вы преодолеете любые трудности, и вам будут помогать высшие силы. Вы в любой ситуации, с любой ситуацией вы сможете справиться. Дальше. Повернете все так, как вам нужно. Вас ждет, тельцы, в 2024 году успех. Кстати, вы еще можете показать свое превосходство. Если раньше вы где-то там сидели, может быть, и как-то были забиты, или кто-то на вас оказывал свое давление, в 2024 году вы сможете показать себя и доказать всем, что вы, как говорится, не козел отпущения. Ну, здесь могу также сказать, здесь идет карта сексуальной активности. Ну, также для женщин и для мужчин. Следующее. Близнецы. Близнецы, старший аркан и иерофант. Ну, я могу сказать, здесь связано что-то с семейными традициями, с медитацией. Опять-таки, знаете, можете стать... Это вот период духовного развития. Вы вообще как-то в 2024 году задумаетесь о вере, о своем месте на Земле, именно в каком-то даже религиозном плане. По отношению к вам будет... встречаться будут люди, которые вам помогут и проявят великодушие, доброту. А также вы сможете получить нужный совет. Вам могут дать тот совет, который вам пригодится по жизни. А для многих это будет заключение брака, венчание, крестины, отношения, в которых вы будете расцветать, процветать. В работе и в бизнесе вас ждет удача. Также могу сказать, коллектив вас только порадует. Здесь будут доверительные отношения. Вы можете также встретить своего наставника, своего учителя в 2024 году, своего также духовного наставника, покровителя, который вам поможет по жизни. Здесь также кто-то, если собирался поступить в какое-то учебное заведение, вы обязательно поступите. Это опять-таки хорошее время для учебы. Вот для близнецов это хорошее время для учебы. Нужно куда-то поступать, вот куда бы вы хотели. Найдете свой путь. Ну и также могу сказать, что... возможно, вы кому-то понадобитесь в 2024 году, и вы встретите того человека, который вам захочет открыть свою душу. Это также период в каких-то таких вот мероприятиях, связанных с какими-то традициями. Это, ну, какая-то вот такая общественная деятельность, может быть, что-то связанное с благотворительностью. Ну вот, близнецов это ждет в 2024 году. Итак, у нас рак. Старший аркан башня. Ох, 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 это, конечно же, серьезная карта. Что я могу сказать по башне? Избавление от всего ненужного, от каких-то тягот. Вы будете свободны, от чего-то освободитесь, вы снимете ограничения. Все, что вас расстраивало, все уйдет от вас навсегда. Возможно, через конфликт вы проявите себя и освободитесь от ненужного. То, что вас гнуло, унижало, угнетало, период релевационного настроя, уйдет старое, ненужное. Да, конечно же, через разрушение, но придет обновление.
выкинуть нужно на свалку то, что вам не нужно. Здесь еще идет избавление от каких-то стереотипов, которые вам мешали, и вы от них только загонялись. Ну, могу сказать, это вот так, только то, что вам, как говорится, мешало. Это также все равно, это также вы сможете избежать какой-то катастрофы, каких-то разрушений. Даже если вдруг вы попадете в какую-то такую ситуацию сложную, опасную, у вас, как говорится, рядом будет ангел-хранитель. Вы сможете не просто выжить, вы можете выйти победителем. Что ждет льва? Старший аркан мир. Замечательная, прекрасная карта. Ну, это карта мира, карта любви, карта покоя, карта благословения. Когда идет контакт с... Также, может быть, кстати, вы можете получить контакт через интернет-сообщение с людьми, которые живут за границей. Но эти люди вам очень в чем-то могут пригодиться. Это также может быть поездка очень интересная. Но это может быть путешествие, отпуск за границу, который изменит вашу жизнь. Также вы сможете переработать какую-то информацию, которая вам впоследствии поможет. От чего вы можете, опять-таки, придет в вашу жизнь перемена. Это также период благополучного завершения какого-то дела. Ну вот, допустим, вы что-то делали и никак не могли это дело завершить. Этот период, когда вы завершите. Этот год получения диплома, получения аттестата. Вас ждет успех, вас ждут гармоничные отношения, отношения с окружающими людьми, с окружающим миром. У вас идет чувство глубокого удовлетворения. Это также связь с космосом. Это также порядок во всех делах, во всех ваших начинаниях. И связь про заграницу я уже рассказывала. Может быть, даже найдутся какие-то родственники, которые окажутся, что они живут за границей, и, как говорится, они вас давным-давно искали. Это также может быть получение наследства. Ну, вообще, это карта триумфа, счастья, гармонии, любви, замечательных партнерских отношений. Это также долгожданная беременность. Это также контакты, друзья, поездки, развлечения. Ну, уже, может быть, занимаясь тавтологией, тем не менее, вот кто хотел забеременеть и что-то как-то не получалось. Замечательный период, прекрасное время. Итак, следующая карта. Так, это у нас... следующая карта. Дева. Дева, что-то я как-то немножко затормозила. Карта влюбленных у девы. Это карта выбора. Это карта, ну, это карта любви, прежде всего. Дева встретит свою любовь. Это период укрепления семейных традиций, укрепления семейных отношений. Кто-то встретит свою любовь, кто-то выйдет замуж, кто-то поймет, друг ты мне или враг. Но здесь вообще идет о позитиве, то есть те контакты, те дороги, те пути, которые у вас будут в 2024 году, они только принесут вам благополучие. Это также различные контакты в работе, в бизнесе, которые вам принесут финансовое благополучие, процветание. Все, что связано с любовью, с гармонией, с хорошими взаимоотношениями, с начальством, на работе, это также повышение по службе. Это также, возможно, очень важная командировка, после которой вы измените свою жизнь. Ну, повышение по службе.
Дальше, если вы стояли перед каким-то выбором, вы не знали, кого вам, может быть, выбрать, куда вам идти, куда вам двигаться, период замечательный. Вы наконец-то поймете, что вам нужно делать дальше. Итак, следующее у нас весы. И здесь старший аркан Луна. Знаете, я могу сказать, вот этот для весов у вас такой вот период, когда вы должны прислушиваться к своей интуиции, обращать внимание на сны. Период, когда вы можете наладить свое психоэмоциональное состояние. Если вы, например, психолог, таролог, у вас будет достаточно клиентов. Если вы работаете неофициально, то в 2024 году появится официальная работа. Есть опять-таки шанс выйти на другой уровень в работе. И вновь будет какие-то прояснения каких-то ситуаций. Вы посмотрите на многие ситуации под другим углом. Через свою интуицию, через свои сны вам придут подсказки и придет именно прояснение каких-то сложных ситуаций. Вы сможете разрешить проблему сна, кто в последнее время плохо себя чувствовал, мучился, были головные боли, опять-таки вы эту проблему сможете разрешить. Ну, вот я могу сказать, здесь вот такая вот идет связь с вашим психоэмоциональным состоянием и с вашим, как сказать, вот этим вот подсознанием. Интуиция вам подскажет и поможет. Вот прям очень мощная идет подсказка. Дальше. Скорпион. Старший аркан Суд. Для скорпионов вы будете разрешать какие-то дела, связанные с семейными традициями. Все, что связано с семьей. Это также подведение каких-то итогов, очень важных. Это также свадьба долгожданная. Это не только свадьба. Это также, кто хотел развестись и ждал вот этого развода, он обязательно произойдет и изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Все, что в вашей жизни проявится, развод или свадьба, пойдет на пользу. Это перемена в жизни в лучшую сторону. Это найдете также свое предназначение. Будете знать, куда вам идти, куда вам двигаться. Это возрождение, это процветание, это благополучие во всем и везде. Дальше. Что у нас? Стрельцы. Ну, вот она, долгожданная фортуна. Что я могу сказать? У вас появится шанс, у стрельцов появится шанс, придет удача, удачная поездка, шанс, опять-таки, выйти из какой-то сложной ситуации. Вот, возможно, какая-то вот ситуация, которая повторялась не раз и не два, вы наконец-то сможете разрешить так эту ситуацию, чтобы она больше не повторялась в вашей жизни. У вас все получится. Вы будете победителем. Вас ждут большие возможности. Причем через эти возможности вы, возможно, сорвете какой-то куш. Сможете заработать хорошую сумму денег. Я вижу это так. Дальше. Козерог. Здесь старший аркан Шут. Ну, как его еще называют, дурак. Чувство свободы. Многие из вас, опять-таки, для козерогов, пойдут учиться. Чему-то учиться новому. Это опять-таки, если вас что-то сковывало, если вас что-то тяготило,
это тот период, как это период освобождения. Все. Вы идете своим путем. Вот понимаете, многие, кстати, для козерогов, если вы, может быть, хотели развестись, хотели куда-то уехать, поехать, от чего-то освободиться, это вот как раз-таки ваш период. Очень замечательный период для любых новых рискованных шагов и новых начинаний. Это, опять-таки, что-то вы для себя новенькое откроете. Возможно, будет начало какого-то чего-то нового, чего-то незнакомого для вас. Новая работа, новые встречи, новые знакомства, любовные встречи, спонтанные встречи. Ну, также могу сказать, это карта появления ребенка и долгожданной беременности. Это также знакомство, легкость, беззаботность. У вас все получается игриво. И причем, как сказать, у вас не будет замороченности. Вы прямо освободитесь от чего-то. Вы чем-то вы должны будете рискнуть, и у вас все получится. Ну и этот 2024 год для козерогов говорит о том, что вам обязательно нужно что-то начать новое. И вот то, что непредсказуемо, вот знаете, как говорят, мы же не знаем, что нас ждет за поворотом. У вас за поворотом вас ждет только удача. Водолей. И здесь старший аркан умеренность. Что бы вы ни делали, ангел-хранитель будет рядом с вами и будет вас оберегать. Вы найдете свое предназначение, вы гармонизируете свое внутреннее состояние. Это будет вот состояние любви, гармонии, счастья, благополучия. Опять-таки, где бы вы ни оказались, куда бы вы ни поехали, вас просто оберегают высшие силы. Чего бы вы ни начали, здесь идет успех, процветание в работе, в бизнесе. Опять-таки, может быть, повторюсь, тот, кто из водолеев не знал, что ему делать, он найдет свой путь, найдет свое предназначение. Это период духовного процветания, духовного роста. Нужно будет заняться какими-то практиками, которые в итоге вам помогут именно гармонизировать ваше внутреннее состояние. Ну, в любом случае, чего бы вы ни пожелали, так как это ангел, у вас обязательно все сбудется. И рыбы. Ну, замечательная карта Верховная Жрица. Верховная Жрица особенно хороша для тех, кто занимается эзотерикой, картами Таро, астрологией, потому что это время, когда у вас появится много-много клиентов. Также для тех, кто занимается психологией, это опять-таки появление клиентов. Для вас это удачный период. Вы также сможете получить нужный совет в 2024 году от таролога, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вы найдете выход из сложной ситуации. Если вы, например, хотите заняться эзотерикой, это самый благоприятный 2024 год для этого, для обучения. Это лучший год. Также вы сможете найти своего учителя, чтобы заниматься, например, психологией. Вы сбалансируете, опять-таки, свое психоэмоциональное состояние. Идет прояснение многих ситуаций. Также вот этих вот ситуаций, которые для вас были не видны, не ясны. Это также год, когда вы можете найти дополнительный заработок. А также вы будете прислушиваться к своей интуиции, и она у вас, знаете, будет как путеводитель. Вот, знаете, вы будете ориентироваться на свою интуицию. Это как будет как ваш навигатор.
опять-таки вы сможете увидеть вещи и сны. И для многих нужно будет проделывать определенные ритуалы, очистки, открытие дорог, чтобы жизнь изменилась в лучшую сторону. Это для рыб самый замечательный период. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Напишите, пожалуйста, под этим видео, кто вы по гороскопу. Опирайтесь, конечно же, на то, что где у вас находится... Вот, например, вы родились рыбой, а ваше солнце находится в Козероге. То есть, вот поняли меня, да? Значит, вам нужно смотреть... И на Козерога, и на рыбу. Ну, если кто-то знает, да, где у него находится его, как говорится, солнце и луна. Если вам понравился мой расклад, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Я желаю вам всех благ, счастья, гармонии, любви, благополучия. Берегите себя, берегите своих детей.